Сегодня станица Исправная отмечает свой 165-летний юбилей. Эта памятная дата совпадает с другой – 20-летием со дня освящения храма архистратига Михаила в этом населенном пункте. Станичники отметили праздник богослужением и народными гуляниями. Подробности у Али Баташева. По древней казачьей традиции начинать день следует с молитвы. Клавдия Громова пришла в храм архистратига Михаила, расположенный в самом центре станицы. Пока в церкви возносились молитвы, на улице готовилось праздничное угощение для престольного праздника. Живу здесь. Живу, огород там, дом, все. Очень рада, что наша станица процветает. Очень люди доброжелательные, замечательные. Вот церковь у нас, батюшка у нас прекрасный такой. И вот все в станице добрые очень люди. Друг другу помогают. Богослужебная жизнь в станице не прекращалась никогда. Даже в годы испытаний, в годы лихолетия, когда храм был разрушен, станичный, тем не менее, был молитвенный дом. И всегда здесь совершалось богослужение. И всегда станичники славили Христа. И не были Иванами, не помнящими своего родства. Памятная доска при входе в храм хранит имена казаков станицы Исправной, награжденных крестами и медалями еще в годы Первой мировой войны. На божественной литургии, кроме праздничных песнопений, звучали молитвы о защитниках Отечества, погибших на полях сражений в годы войн и репрессий, а также тех, кто защищает рубежи страны в настоящее время. После соборной молитвы духовенство и миряне по традиции прошли крестным ходом вокруг любимого храма. После богослужения прошел праздничный обед, а затем все отправились на центральную площадь. От обилия щедрого ассортимента блюд национальной русской казачьей кухни, с любовью приготовленных своими руками, разбегались глаза, а улыбки станичников и народные частушки подчеркивали радость праздника. Мы исправненские девчата, и мы весело живем, и споем вам мы, и спляшем, и по рюмочке нальем. Чтобы станица процветала, необходимо детей побольше в станице и родителей очень хороших и заводных. Одним из самых запоминающихся и ярких событий торжества стал конный проезд. Казачья конница несколько раз проскакала по площади с флагами, показывая свою приверженность казачьим традициям и уважение к своей истории. Любимую станицу поздравили представители руководства района, духовенства, казачества и другие высокие гости. Жители прошли трудный путь становления. От первых переселенцев до передовиков производства. Благодаря мужеству, трудолюбию и соблюдению казачьих традиций, основанных на взаимопомощи и уважении, люди выстояли. Плечом к плечу с горцами жители Исправной поднимали сельское хозяйство и вносили вклад в развитие региона. Поздравляем вас с праздником! Желаем вам здоровья, мирного неба над головой, чтобы в ваших домах всегда было тепло и уютно. Самым достойным жителям станицы Исправной вручили грамоты и медали. Завершились торжества праздничным концертом и народными гуляниями. Али Баташев, Миха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.